Татьяна Овсиенко отменила свадьбу с милым, которого 3,5 года ждала из тюрьмы. Могу вам сказать, это не очень просто. Если к этому был какой-то опыт, то у меня, к сожалению, он не очень правильный. Когда бизнесмена Александра Меркулова выпустили из-за решетки, где он сидел по подозрению в заказном убийстве, Татьяна Овсиенко хвасталась на каждом углу. Скоро она станет его официальной женой. Теперь, конечно, счастье великое. Вот уж несколько месяцев мы счастливы вместе. А о том, что вскоре свадьба, ну да, конечно. С тех пор прошло 4 месяца, а свадьбы все нет и нет. На самом деле мы уже нас поженили, у нас уже обвенчали, у нас уже помолвка была, даже знали все, в каком платье. Поэтому теперь все только и говорят, певица присмотрелась к своему милому и дала ему отворот-поворот. Мол, пока Овсиенко ждала своего жениха из мест не столь отдаленных, их чувства успели остыть. Но звезда уверяет, они по-прежнему счастливы вместе. Ребята, нет две песни, нет ситуации, нет проблем. Проблем нет. Вот проснулась утром, есть ситуация, которая так или иначе разрешаема. Певица без конца смотрится в зеркало и подкрашивает губы. Видно, она довольна собой. И деньги, которые раньше тратила на адвокатов, теперь Овсиенко вкладывает в себя любимую. 48 лет у звезды формы, как у 18-летней девушки. А откровенное платье только подчеркивает изящные коленки звезды, тонкую талию и, на удивление, пышную грудь. Певица кокетничает. Она пытается потолстеть. Ведь пока она ждала любимого из тюрьмы, переживала так, что от нее остались кожа да кости. Скажите, а почему вы такая худенькая? Что не происходит, я да? Я 3 килограмма поправилась. Я жировчик. Нет. А я жировчик. Да, нет. Вот. Я не знаю почему. Спорт и радость, и любовь, все вместе. Татьяна Овсиенко не скрывает, почему так тянет со свадьбой. Ведь пока певица ждала своего милого, она привыкла жить одна. Не притираемся, а учимся вместе жить. Вот и все. На самом деле есть такая ситуация, когда много-много лет живет один, и семья маленькая, да, сын там, вот собака у меня, много котов, да. И когда вдруг это долгожданное счастье, о котором, собственно, не думал никогда. Больше того, певица отказалась от всех корпоративов в новогоднюю ночь, чтобы провести ее вместе со своим женихом. Конечно, буду. А как же? Уж теперь точно буду. 7 лет я этого ждала. А на вопрос, когда же свадьба, Татьяна Овсиенко отвечает. Я так думаю, что, наверное, если все сложится правильно, хотя это не самое главное в жизни и в отношении между мужчиной и женщиной, но думаю, что на будущий год.